После массового вакцинирования количество заболевших должно будет постепенно уменьшаться. 198 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 98, в Кандалакшском районе – плюс 30 и Кольском – плюс 16. Заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте, сообщает информационное агентство РИА Новости. Со ссылкой на заместителя директора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации. А в марте может начаться заметное снижение числа инфицированных. Пока есть заболевшие, их нужно лечить. 2,7 миллиарда рублей на закупку лекарственных препаратов для обеспечения более 300 тысяч амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией выделят Минздраву России. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Отмечается также, что Минздрав должен обеспечить заключение соглашения о предоставлении бюджетом субъектов РФ средств не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения. Кроме того, министерство должно вести контроль за их целевым и эффективным использованием. В России, по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 3,5 миллионов случаев заражения COVID-19.